изобразили вот такую елку. Сделали конус из обыкновенной бумаги, потом вот эту мишуру наклеили. То ли елка, то ли огород, сразу и не поймешь. Среди синей-зеленой мишуры – тыква, помидоры и капуста. Совместить несовместимое секретарь заочного отделения Любовь Кузнецова решила не просто так. Вначале мы хотели немножко по-другому сделать, в типе конфетного варианта. А потом решили, ну что-то Новый год. Хочется что-то другое, интересное. Прикрепили мишуру. И решили, что год козы, и то, что коза кушает у нас, овощи, фрукты. И решили с обратной стороны написать эти маленькие пожелания. Чтобы было понятно, что это именно мы, это ветеринары, мы решили сделать ее из того, чем пользуются ветеринары чаще всего. Это хирургические перчатки. Эту стерильно-белоснежную елочку студенты сначала хотели покрасить в зеленый цвет, но потом передумали. Поэтому цветных пятен на ней только два. Перчаточная звезда да Дед Мороз из того же материала. Впрочем, это только на первый взгляд елка ветеринаров имеет законченный вид. На самом деле студенты прибегают подлатать ее практически через каждые 2 часа. Процесс изготовления нашей елочки в принципе бесконечный, потому что перчатки периодически сдуваются, нам приходится их менять. То есть сколько их ушло, ну уже больше 50 однозначно. То есть что-то удаляем, что-то попадаются дырявые, да, тут как бы как повезет. На везение, точнее денежную удачу, всерьез рассчитывают в новом году библиотекари аграрного колледжа. Свою елочку они обильно украсили крупными купюрами. А экономисты, как люди экономные, сделали главный символ Нового года из утеплителя. Самый кропотливый процесс изготовления елки получился у агрономов. Зеленую красавицу они сделали из макаронных изделий. Их понадобилось больше килограмма. Всего же студенты и преподаватели колледжа выставили на конкурс 16 творений. Авторов самых лучших определят 29 декабря. Наталья Бернацкая, Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город».